Всем привет, дорогие друзья! С вами Голд Рекин и Бурито Бизон. Извините, что не снимал несколько дней. Как сказать? Это как бы не моя вина, но одновременно моя. У меня тут с улицы кто-то кричит. Ладно. То есть я немного занят был. Сейчас у меня тоже проекты кое-какие летние. Вы можете посмотреть там Вамина. У меня написано, что я делаю. Блин. Бесит. Вамина можете посмотреть, что я там делаю. Ну, а мы продолжаем это играть. Epic Save. Я также могу поиграть во много какие игры. Извиняюсь за то, что у меня в папке Fallout Shelter в плейлистах только вторая часть. Первая затерялась где-то, я вообще не знаю где. Но она есть. Она есть. Скидка была, но ее нету. И мы докопались там до фигни следующей. Хорошо. Ёлки. Хорош. Вы знаете, с первого раза. Окей. Хорошо. Ёлы-палы. Что я там делал? Столько эмоций, столько не снимал видео. Опа. Ей. Ай. Человек, нет. Да. Это шедевр. Шедевр! Нифига мне дали. У меня 107. Я покупаю декорации. А чё? Я увеличила пуск и наносимый противником. То есть я улучшаю этих перцев. Я их перцами буду называть. Сейчас проверим. Ну да, побольше. И повыше. Кстати, мы, возможно, завтра будем снимать с моим другом. Но это возможно, я не знаю точно. Там какие-то проблемы. Будет. Блин. Очень быстро, я ничего не открываю, я не вижу ничего.
Давай, копти. Хрен вам сказал что-то. Это я зря сделал. Блин. Плохо, 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 плохо. Чем мы шоколадного зайца тогда бьем? Шоколадный заяц. Да ладно, я прошел квест. Он лежит там. Возле стопа. В левом углу. Нет, в правом углу. Я просто левша. Пинаточка, спасибо большое. Давай, бомба. Тихо. Перепрыгнул. Что это за полоса невезения была? Ну, как всегда. Впрочем, как всегда. Да, и продолжаю рекламировать себя, пока идет эта реклама. Продолжать. Как вы знаете, у меня есть еще Амина. Блин. Амина есть, но вы знаете, что это такое, мне просто лень все делать. А сегодня выйдет только это видео. Сегодня вы видите только это видео. Потому что я уезжаю. Но только на сегодня. Знаток вкуса. Я хочу его добить. Ну, раскидка. Понятно, полный более ценными вкусняшками. Вкусняшки. Бабли, 22 бабли. Вы издеваетесь? Вы издеваетесь? Да ладно. Это жопа какая-то. Тупо на два полицейских. Ей. Ну, конечно. Почти. Так, накоплю сейчас на этого чебурека.
Я понял, для вот этого нужно где-то 41 скорость для пробития стенки. Вы угораете, да? Конечно. И наконец-то я куплю этого пацана. Давайте посмотрим, кто это такой. Где он? Пинаточка. Хорошо. Вот он. Нажмите. То есть много тыкать. Ладно. О, нифига ускорение. Хороший человек, чебурек. А, вот почему он лопает, он это. Вообще вещь хорошая. Блин, я вообще в жопу летел. Ладно. Доктор Червигедон. Вот, кто это? Кто ты такой? Кто ты такой? Миллион! Ну, цифра. Миллион. Зря только чили так использовал. Гениально. Блин, прилетел. Ну вот. И все. Конец моего путешествия.
Нет? А, ну да, чили. Я забыл про чили. Кстати, я живу. Как я живу? Ну, блин. Так, что там у нас? Это еда, это я знаю. Так, знаток вкус 95, 127, 125. Знаток вкус, вот это нужно вкачать. Ну вот, просрал. Отлично. Блин, какая жесткая скорость. Пинаточка. Уху. Нифига. Живи! Не вздумай умирать. Пиньята. И после этой рекламы меня выкинуло. Прикольно, да? Так, и что? Тогда, ребята, мы на этом закончим. Ставьте лайки, подписывайтесь, а ссылочка на плейлист будет в описании. Всем удачи и всем пока!